Дорогие друзья, перед тем, как перейти к просмотру, небольшая просьба. Напишите в комментарии под этим видео, до какой минуты или секунды вы досмотрели этот ролик. Заранее спасибо. Также не забывайте подписаться и поставить класс. И вперед! Старый, добрый, всем знакомый. Знаменитый боксер Майк Тайсон планирует открыть Академию Тайсона на Ближнем Востоке, в Австралии, Франции, Западной Африке и даже в Китае. В Дубае Железный Майк объявит об открытии сети фитнес-центров, которые будут называться в его честь. Об этом сообщает издание Emirates 24. Тренеров и прочий персонал в своей академии Майк Тайсон подбирал лично. Эти люди разделяют мою философию, сказал Тайсон. Дубаи были выбраны мной для объявления об открытии, потому что этот город утвердился на мировой карте как организатор многих значимых спортивных событий. Надеюсь, это будет первый шаг на пути к долгожданному сотрудничеству между мной и регионами. Напомню, что Тайсон завершил карьеру в далеком 2005 году. В его послужном списке 50 побед, из которых 44 нокаутом и 6 поражений. Да, друзья, Тайсон 6 раз проигрывал. Он дважды получал сертификаты книги рекордов Гиннесса за наибольшее количество самых быстрых нокаутов и за то, что стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе. Вот так вот. Американец также неоднократно признавался боксером года. Кто не знает, он включен в несколько залов славы и считается одним из самых лучших представителей данного вида спорта современности, вне зависимости от категории. Рекомендую еще посмотреть ролик под названием «Надеюсь, что Уорд настоящий мужик». Если этот ролик вам понравился, был полезен и интересен, вы можете перевести любую сумму на поддержание этого проекта. Ссылки будут в описании под этим видео. Также не забывайте ставить класс, комментировать, делиться в социальных сетях и подписываться. Это абсолютно бесплатно.